Здравствуйте все! Сегодня я хочу поделиться с вами радостью о том, что у нас вышла книга загадок, пословиц и поговорок на языках коренных народов Якутии. Она интересна тем, что иллюстрирована детьми. И нам очень понравились рисунки детей, и захотелось их озвучить и анимировать. Анимировать значит делать мультипликацию на них. Нам в этом помог наш друг, партнер из международной организации Lingua Pax. Это неправительственная организация, которая работает с ЮНЕСКО в Латинской Америке. Профессор Хосе Фанфар. Мы думаем, что нас, может быть, мало что связывает с Мексикой, но там тоже есть коренные народы, сотни языков, которые они изучают, на которых они говорят, но большая часть из них говорит на государственном испанском языке. И поэтому они очень близко восприняли нашу тему, что мы хотели бы сохранить, развивать наши языки коренных народов. И в этой книжке у нас почти целый год дружно работали дети из Юрин-Хая, из Андрюшкина Нижнекалымского района, из Себян-Кёля Кабяйского района, из Нерингри, из республиканской школы-интернат Артика и из города Якутска. И получилось, что коренные народы, представленные детьми, якутов, долган, юкагиров, эвенков, они все объединились в одном проекте. И самое главное то, что наши языки заинтересовали другие народы. И нам кажется, что наш язык умирает, что он мало используется. На самом деле на нем хотели бы говорить и другие народы. И очень заинтересовало нас то, что в Мексике, например, язык юкатекских майя, инуатль, восстановлен, и на нем говорят дети. И у них точно такие же проекты реализуются, как мы с вами сделали. И я думаю, что эта книжка будет образцом нашей дружбы, нашей солидарности. И вы можете также сами продолжать работать в таком же направлении. Изучайте языки, любите свой родной язык и делитесь этой радостью с другими народами.